Депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков проводит личный прием граждан в штабе Одинцовского отделения партии на Можайском шоссе. Сейчас люди беседуют с ним по видеосвязи. На последнем приеме парламентарий взял на контроль вопросы предоставления жилья многодетной семье из Заречья, а также участие в разработке техзаданий по благоустройству территории детского сада в рамках проекта «Новая школа». В ближайшие недели все приемы депутата будут проходить в формате видеозвонков или по телефону.